Привет, я Дина, художник из Алматы. Имею два профессиональных образования. Также я обладаю талантом, который унаследовала от своей прабабушки. Она была рукодельницей. Мои картины из области фантастики. Я пишу мифических героев, которые наделены суперспособностями. Все мы являемся мечтателями в душе, хотим быть супергероями-волшебниками, которые с помощью своих необычных навыков способны преобразить этот мир к лучшему и прекрасному. Поэтому я в своих работах стараюсь передать плоть наших воображений, позволяю нашим мечтам реализоваться и обрести формы. Мои супергерои различных рас и культур, все они не похожи друг на друга, но их всех объединяет одно – суперсила. Моя сила в моем таланте рисовать, вдохновение для которой я получаю от природы, пейзажа нашей вселенной. Мои картины, словно времена года, меняют окрас от яркого к темному в соответствии с изменениями погоды и природы.